Всем привет, с вами Однорукий Борис, и это дополнение к игре Doom 2, The Plutonia Experiment. Вот, продолжаем экспериментировать на Плутоне, скажем так. Вот, в прошлой серии мы с вами дали жару и прошли сразу несколько уровней. Это очень круто, даже для меня. Я очень сильно постарался. Вот. 21-я карта. Slayer. Судя по названию, я предвкушаю, что там будет просто какая-то попа. Да, там уже враги. Я помню, что у нас уже стреляли. Тут у нас оружие. Давайте быстренько возьмем. Ой, там еще паукан. Ух ты. Так. Так, смотрим. По сторонам. Плазмоган. Так, ну, вроде живой. И это самое главное. Готовый. Короче, сейчас подбираю все, что тут есть. Особенно аптечки. Надо посмотреть, кто там в меня стреляет. Так, что за... А, нет. Рано карту смотреть, однако. Ой, жизни-то немного-то осталось. 24%. Так. Так, давайте-ка я сохранюсь. Это важно. Слушайте, тут такая музыка очень крутая. Как будто... Танго, что ли? Готов. Так, вон там еще кто-то есть. Все. Так, тут, кстати, давайте еще раз сохранить, потому что много защиты. Но у меня появилось. Это, кстати, была очень темная и неприятная комната. Видишь, типа, сколько этих есть. Так. Да. Нужны ключи. Вот это вот не нажал. Вот из этой штуки лучше вдаль стрелять. О, смотрите, они там сами дерутся друг с другом. Это приятно. Пулеметчики тут одни из самых противных. Противных.
Так-то тут все противные. И черепа вот эти летающие. Просто потому, что их много обычно водится. Мне надо быстро от этого. Ух ты, там же там толстяк был. Блин, самый один из самых жестких ребятишек. Сейчас нужно вот их победить. Так, окей. О, кстати, хорошо, решетка спасает нас на самом деле. По нам не наносит урон, но зато мы через решетку нехило так наваливаем. Тихо, тихо. Так, вроде... А, нет, не все. Так, судя по звукам, там их еще много летает. Давайте я наберу патронов для начала. Да и не только патронов. Ой-ой-ой. Да, я же... Так. Пулеметик есть. Как говорится, маленький Боря нашел пулемет. В доме больше никто не живет. Так, ух ты. Так, конечно, через это окно могут залезть враги, наши вороги. Поэтому тут нужно быть осторожным. Будет 30. Так. Кстати, да, сохраняемся, потому что жизнь сейчас нормальна. И я надеюсь, что я там кого-то успел перебить. Видите? Ха. А, так, ждем, пока он прилетит. Ну-ка, давай. В упор в тебя сейчас. Так, сохраняемся еще раз. И прыгаем вниз. О, аптечка. Хорошо. Ну-ка, это... Непонятно. Разлитый борщ. К
которая непонятно, отнимает жизнь или нет. Отнимает все-таки. Не хочу с жизнями маленькими ходить тут. Ух ты! Так, где-то там я видел красный ключ. Так, давайте я еще раз сохранюсь, прежде чем нажму. Вот, там ребята повыходили. Ух ты, ё-моё. Ой, ё, там пробежал этот. Который оживляет всех. Сейчас я пытаюсь в него сракетница. Есть. Давайте сохранимся. Потому что... Так, давайте на единичку. Ух, не, это даже не жалко тут. Столько ракетниц потратить на... Опа. Он там живой, нет? Вроде нет. Вроде. Так, черепа тут где-то летает, я так понял, да? Где-то тут летают черепа, значит. Непонятно где. Вот, если честно, мне бы лучше найти какую-нибудь... Аптечка. Отлично. Еще одна аптечка. Ну-ка. Опа. Добрый день. Давайте еще раз сохранимся. Ох, да, сохраняться тут приходится очень часто. Ну-ка, давай, давай. Есть. О, красный ключ. Я готов поспорить, что если я его возьму... Будет очень плохо. Так. Нет, загружаться нам не надо. Мы лучше сохранимся и возьмем ключик. О, вот это мне что-то не нравится. Эти ребята готовы. Так, вроде все пока спокойно, поэтому лучше сохраниться. Надо по приколу потом посчитать, сколько раз я сохранялся тут вообще. Ну-ка. Так. Ну хорошо.
Я так понял, что пора открывать тут какую-то дверь. Красную. Я ее где-то видел. Нет, не здесь. Вот. Но прежде чем мы ее откроем, сохраняемся. Ух. Ух ты, здравствуй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Они тут везде появились, понятно. Да, слушайте, это хорошо, что я тут сохранился. О, понятно. Понятно, давайте я еще раз сохранюсь и продолжим. Так, вообще, я думаю, что нужно тут, наверное, куда-то реально прятаться, да? Так. Так. Сейчас куда-нибудь... Куда мне надо-то? А вот сюда. Блин, потратил жизни чуть-чуть. Ой, ну и ладно. Ну и ладно. Вот она, красная дверь. Эть. Давай поднимайся. Ну-ка. Так, давайте я еще раз здесь сохранюсь, значит. Вот. И сейчас будет... Трындец. Так, ну-ка. Скорей. Убегаем куда-нибудь сюда. Ну, смотрите, двоих забомбил, но они и меня тоже забомбили. Попробую так. Просто тупо. Да ладно. Ой-ой-ой, пришел сюда, друг. Только что мне делать теперь? С одним хп я не... А, тут этот. Ладно, пускай он меня убьет. Так, давайте-ка я, знаете, как сделаю? Вот так, быстро сюда. Просто ракетами, как из пулемета. Фигачу. Давайте сохранюсь. Потому что там этот оживляющий вот этот монстр был.
Вот, и я не знаю, убил я его или нет. Похоже, да. Так, давайте я возьму оружие какое-нибудь. Другое, да? Чтобы ракетами... Нет, самое... Себя не убить. Так, смотрите, вроде да, вроде всех победил. Ого! Это классно, ребята. Давайте я сохранюсь. Ох. Видите? Всего-то пару раз надо было уметь. Вот. Что я сейчас открыл, я не знаю. Я не знаю, пойдем искать. Что-то подобрал. Красный ключ у меня есть. А, есть. Да, на красный ключ я отреагировал. А, вот, смотрите. Так, тихо. Ничего, сейчас мы этого порешаем, друга. Все. Сохраняемся. Ну тут, конечно, как демон вылез. Да мы сейчас его быстро. Все, да? Выстрелил. О, а давайте. Сейчас вот этих вот ребят тоже поубиваем. Чтобы у нас 100% киллов было. Конечно, потратил немножко жизни. Смотрите, 154 из 155. Видимо, где-то один там застрял. Ну и ладно. Будет у нас не 100%. 99%, да, там один где-то вообще недобитый. Ходит, летает. Слушайте, вот мы прошли уровень Slayer под названием, да. Давайте еще один уровень пройду. Impossible Mission. О, я чувствую, что тут вообще... Будет полный звездец. Если создатели Дума называют карту Impossible Mission, это значит, что будет просто жесть. Как по мне. И мне кажется, сейчас будет мясо. Так, красный ключ вижу. Опа-на. Ну, сейчас мы этих ребят прибьем. Один, значит, готов. Второй готов. Так, я слышу паука. И, судя по звукам, он идет прямо к нам. Ладно, пофиг, я этих ребят буду... Что? Нифига. Вот этого друга надо. Вот эти пулеметчики, на самом деле, они очень мерзкие ребята. Как я уже говорил, тут мерзкие все.
Просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Ух ты, ё-моё. Хорошо отреагировал. Так, этот убит. Друган. Так. Так, пускай они там шумят. Так, я сохраняюсь. Impossible Mission, блин. Интересное название какое. Так, мне кажется, что им сюда, туда точнее, нужно упарить. Не понял, откуда. Откуда? А, понятно. Понятно. Готовы. Блин, столько жизни сняли, вообще трындец. О, ладно, хорошо. Я на самом деле, ух ты, классно. Я уже знаю, что вот здесь вот у нас ребята стоят. Надо подождать, посмотреть. Так, никаких ракет у нас не летит. И сейчас тоже. Так, хорошо, вернулись. Так, ребята готовы. Замечательно. Так, здесь у нас желтая дверь. Так, тут у нас вроде больше ничего нет. Вон там вроде выход, насколько я понимаю. Так, меняем. Совсем понял, откуда вы отсюда вышли. Прикиньте. Так, давайте еще раз сохраняюсь, потому что, ну, вот это, конечно, да. Открылась дверь. Неожиданно сзади. Так, что у нас тут? Тут мы начинали. Да, ну-ка, а пойдем-ка мы сюда, посмотрим, что, кто у нас тут. Опа! Хорошо, патроны от плазмогана, это замечательно. Чё-то не хочу туда прыгать. В эту зеленую жижу, в так называемые сопли. О, это у нас уже паукан стреляет где-то. Давайте я сохранюсь. А, смотрите, эти сопли не отнимают жизни. Я их называю, потому что типа жидкость зеленого цвета. А вот здесь уже жизни отнимаются, да? А, нет, не отнимаются. Это мне показалось, что там что-то отнималось. Синий ключ! Ё-моё! Надо сохраниться. Так, готов. 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 Так, жизни нормально. Опять же, сохраняемся. О, патроны еще есть. Нормально. О, и тут патроны.
Давайте еще раз сохранимся. Так. Теперь где мы? Оп. Хорошо, у нас есть синий ключ. Синяя ключ-карта. Банковская, скажем так, да? Вот, синяя ключ-карта нас приведет сюда. Вот сюда. И вот он, этот бабук, который убился очень-очень просто. Так. Всматриваемся. Толстячок. Ой, ух ты, ё-моё. Тихо, главное не стоять на месте. Я так, на самом деле, уворачиваюсь от их ракет. Уворачивался сейчас как-то... У меня это получалось как-то очень... Так, я, похоже, застрял, да? Придется загружаться, потому что я сюда туда залез. Так, теперь сохраняемся сейчас вот здесь. Потому что будет сейчас очередной эпик махач с толстяками. Один был. Так, вот здесь вот надо было на самом деле по-хорошему сохраниться. Ой-ой-ой. Бля. Где ж теперь искать аптеку? А? Потому что вот меня расстрелял какой-то обычный пулеметчик, хотя до этого я убил сразу нескольких серьезных ребят. Давайте опять загрузимся. Так, будем с вами аккуратнее. Так, вот здесь вот друган у нас ходит. Готов. Так, окей. Нам сейчас на самом деле понадобится только плазмоган. И ничего больше. Так, а где же у нас открывалось? Вот здесь вот. Блин, вот это плохо. Это ужасно плохо. Так. Загружаемся сразу прямо. Так, не туда. А, вот сюда. Да что такое? Почему из-за всякой фигни я... загружаюсь.
Надо собраться. Так, этот готов. Все. Это значит, что от остальных можно прятаться. Так, там еще один. Хорошо. Все, готово. О, это хорошо. Смотрите, все жизни у меня сохранены. Все 93, но сейчас будет, наверное, меньше. Окей, хорош. Ну-ка. Что-то включил. Пожалуй, еще раз сохранимся. Так. Вот как бы сюда пробраться. Ладно. Хорошо. Видимо, я что-то где-то открыл, и надо это место найти. Так, тут, туда... Ой, что-то мне кажется, что отсюда тоже когда-нибудь повылезают. Или нет? Так, хорошо, я сделал круг. Так, и кажется, я дога... Нет, не туда. Идем сюда. Ага, здесь никак. Значит... Так, сюда мы никак не выйдем. Так, а это что? А, блин. Ладно, хорошо, я понял. Я понял. Сделаем еще один круг, ничего страшного. Будем сейчас соображать, куда нам нужно пройти. Так, здесь мы были. Сюда мы не пройдем. Так, мне интересно, что у нас... Ага, понятно. Понятно, что за... это за... Хотя, смотрите, я вот сюда смотрю, и полосочка у нас... Распозналась на карте. Понятно, это хорошо. О, вот здесь меня не было. Ну-ка, давайте-ка я сохранюсь. Тут очень страшный коридорчик, в конце которого у нас на кол посажен... А, нет. Да, на кол посаженный. Так, вам бы лучше дробовиком... Ну или запилить можно. А, у меня же патронов-то нет для дробовика. А вот теперь есть. На! Кто следующий? На один выстрел остался, конечно. Дрободан. Слушайте, очень такая страшная локация вот эта вот.
крайней мере, часть локации. Так, эта дверь не открывается. Может быть, сейчас откроется? Да, сейчас открылась. Ой, что-то мне там страшно туда смотреть. И чего? И надо опять вот так вот бежать? Так. О, смотрите, куда мы пришли. Сейчас мы полечимся. Все, полечились, сохранились. Кнопку включили. А, тут, наверное, желтый ключик нужен. Вот это я, конечно, сюда молодец пришел. Нужно найти этот самый. Портал, который нас бы привел так, вот здесь вот. Кто? А, смотрите, а вот здесь меня не было. Как интересно сюда войти. Так, давайте спрячусь, на самом деле, чтобы... никаких проблем не было. Мало ли, меня тут расстреляют, пока я карту смотрю. Слушайте, да, это интересно получается. Здесь я начинал. Вот здесь вот что у нас. О, смотрите, тут я тоже не был. Надо почаще на карту смотреть. Так, так, сюда идем. Опа, один готов. Второй выходи. Отлично. Третий. Четвертый. Там что-то такое двигается. И тут. Слушайте, сейчас я с вас патронов подберу. Смотрите, тут какая-то, не знаю, кожа какая-то, что ли? Или что это? Вот это вот похоже на... позвоночник с мышцами. На самом деле, что я удивляюсь-то? Я не первый раз вот этот позвоночник вижу, но вот это первый раз. Это можно на этом залипнуть, вот так вот посмотреть. Интересная текстура такая. Ух ты, двоих сразу нафига завалил. Ой-ой-ой. Опа! Дратути! Так, чё-то вы... откуда-то выходите? Вот там ещё кто-то стоит. Непонятный. Убил. А, пулеметчик. Ой, вас тут много. Целых двое. Так, я думаю, что тут надо чуточку посмотреть, что происходит. Я тут подобрал патроны. Да. Вот, и тут кнопка какая-то. Давайте я сохранюсь. Потому что кнопки в Думе нажимать — это опасная
делать, тем более если эта кнопка красная. Да, опа-на. Видите? Куда я? Вот это я попал. Так, там паукан. Целых два паукана. Еще вот это фиг. О, тут еще есть. Ты где? О, там еще этот скелетон. Много вас тут, однако. Есть. Опа. Сейчас черепа полетят. Потому что мы друг друга мочканули. Слушайте, давайте я быстренько попробую. Вот так вот, оп. Подберу тут все, что хочется подобрать. Всякие. Так, а вы откуда выходите, пацаны? А, тут... Ого! Ну-ка. Так, и где же я сохранился? Понятно. Понятно. Берем, значит, вот так. Вот эти две стены, они как-то открылись. Так, все подбираем. Вот здесь, значит, сохраняемся. Идем проверять вот эти коридоры, потому что... Да, вот они, ребята, выходят отсюда. Чуть-чуть коцнул меня, гад. Так, подходим. Ой-ой-ой. Блин, я тебе не это... Так, с этими... ребятами... Полегче будет. Так, хорошо. Отлично. О-хо-хо. Вот это я... Вот это я зашел. Там как раз этот бегал. Так, похоже, мне опять нужно вот с этими коридорными ребятами разбираться. Так, вон аптечка, хорошо. Так, они меня все-таки видят.
где там аптечка, я видел. Целых две. Хорошо. Можно сохраниться, я думаю, 72 жизни. Это не 100, конечно. Но я думаю, что нормально. Так, 62 жизни. Так, сюда, конечно, я пока ходить не буду. Вот. Пока мне рано. Не дорос морально. Блин, эти выстрелы теперь будут как будто бесконечные. Опа, 94 жизни. Хорошо. О, здравствуй. Нет, так не пойдет. Давайте я загружусь. Сейчас черепки полетят. Сейчас еще один где-нибудь вылетит. Это очень хорошо, когда есть место, где можно спрятаться. Вот. Да, скорее всего, успел. Так, еще раз сохраняемся. И сейчас будем тупо спамить ракетами. Пока не убьем того красного демона. Черта вот это. Там как раз желтый ключик. Мне вообще кажется, что я в него ни разу не попадаю. Себя только попал. А давайте его попробуем вот, вот так вот расстреливать. Так, смотрите, вот ракетами я могу вот этого расстреливать. Проверяем. Да, готов. Ух ты. Паукан-то тоже хитер. Ловит моменты, когда в нас надо... Можно будет стрелять, точнее. Так, окей. Это вообще опасно было. Ну что, потихонечку вот так вот будем бомбить чертей. Правда, это не черт, это самый настоящий демон. Демонюка.
американский сатана, так сказать. Но мы тут в Луне не таких убивали, да? Мы тут, между прочим, во втором Думе босса финального побеждали. О, я его победил. Сохранимся. Ну что ж, остались пауканы только. Их можно расстрелять ракетами. Похоже, да, я его победил. Так, вот с этим нужно осторожнее быть. Ой-ой-ой. Готов. Ох, сохраняемся. Так, теперь берем на всякий случай дрободан. Ох ты, хорошо, что я его взял. Пали все-таки. Аспиды. Нет, 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 нет. Сейчас я от этих отбиваться буду. Ой, там еще этот самый. Этот самый. Вот этот. Ну, сейчас я его с ракетницы-то и вальну. Че, две ракеты только. Когда тут столько ракет. Так. Берем. Это берем. Все берем. Ничего демонам не оставляем. Так, пока не знаю, куда ведет нас этот портал. Красная кнопка. О, желтый ключ, ну-ка. Так, тут аптечки есть, это хорошо на самом деле. Так, отлично, подняли мостик. В смысле? Опять бежать сюда, опять нажимать. Ладно. Все, пробежали, взяли и ждем трындеца. Все, трындеца нет. Ну ладно. Нет, так нет. Так, теперь нам нужно отсюда выйти как-то. Но только как? Вот мы проходим вот сюда. Может быть, здесь где-нибудь есть выход? Вот мы нажали. Окей, ладно. А, вот, нормально. Все, горы, смотрите, красные такие. Офигеть. Так, давайте я сохранюсь.
Хорошо, ладно. Тут где-то была желтая дверь. Сейчас нужно ее найти. Для начала. Вот, хочу просто... О, ух ты, что я нашел. Офигеть. Очень классно. Опа. Эть. Не попал, да? Эть, не попал. Эть. Не попал. Эть, не попал. Все, готов. Я этих ребят теперь... Вообще очень просто убиваю. Так. Оп. Ладно. Попал один раз. Как говорится, один раз не считается. Так что все хорошо. Все, окей, сохраняемся, да. Так, ну-ка. Похоже, я уже близко к синей двери. Ой, к синей, говорю, к желтой. Вот. Да, тут еще одна дверь. Понятно. В какую-то вообще пещеру залезли. Как по мне. О, ладно, мне кажется, что надо возвращаться к тому порталу, который нас вел в ту самую страшную толпу. Как мне кажется. Потому что если та локация есть, то она зачем-то есть. Ох, сейчас будет. Сейчас будет жесть. Эть. Так, ракетницы где? Да ладно, я их убил. И при этом, смотрите, синие жизни у меня остались. У меня даже тот самый демонюка не убил. Два раза только хлопнул. Смотрите, что это было? Секретка. Ого. Неожиданно, между прочим. Так, где теперь искать опять вот это вот... Вот эту вот локацию? Куда мне пилить? А, так. Вот это вот я помню, где-то здесь должно быть... Где-то вот дверь должна... Да, вот. Давайте еще раз сохраняюсь. Так, вот я всех... Вот он, этот трупешник лежит. Все? Это все? После того, как я взял ключ, ничего не произойдет? Да ладно. Не верю. Дум, что ты со мной делаешь? Это называется измена. Вот я сейчас сижу на измене просто. Так, ну-ка, сохраняемся. О! Здорово!
Так, ракеты подобрал. Сохранился. Проверил. А, жизни не добавляются, понятно. Так, тут что у нас? Какая-то пещера импорт, да? Красный пол, лавовый, да? Я уже тут настолько суров, что даже лава раскаленная для меня не помеха. Так. Так, в смысле? Так, я хочу что-то сейчас проверить. А, вот сюда надо как-то проникнуть. Так, я, кажется, понял. Нам сейчас нужно вернуться вот на этот мостик, и там, где мы открывали желтую дверь. Так, сейчас смотрим. Вот так, сюда. Так, не в ту сторону, вот сюда. Вот так. Так, сохраняемся. Вот, прошли. Ну-ка. 100% киллов. Четверть процентов. Impossible Mission. Ну, на самом деле, она не такая уж и impossible. Я думал, будет намного сложнее. Думал, что тут прям вообще жестянка будет. Она, конечно, была, я не спорю. Но, зная игру Doom, все могло быть гораздо сложнее, чем в этом уровне. Вот, ну что ж, ладно, давайте сейчас посмотрим начало следующего уровня. А Tombstone называется. Так. Я думаю, что начнем мы следующую серию именно так. Вот, потому что на нас уже напали. Вот. Собственно, вот, прошли два уровня. И, если честно, первый уровень в этой серии был немножко посложнее, чем невыполнимая миссия, да. Вот. Но понемногу мы с вами проходим игру. Вот. И это хорошо. Вот. Собственно, это была игра под названием Doom 2 The Plutonia Experiment. Дополнение к оригинальной игре Doom 2. Вот. С вами был Однорукий Борис. Ставьте лайки, если вам нравится игра Doom 2. И если вам нравится прохождение в моем исполнении. Или если вы видите впервые вот это вот дополнение. Вот. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на нее будет в описании. Там будут новости по играм, по стримам тоже будут новости. Вот. Ну и чтобы не пропускать ничего, что можно было бы пропустить. Вот. Ну а с вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем удачи и всем пока!